Приветствую! На связи Екатерина Снитко, и вот он, мой цветущий, прекрасный уголок, в котором все мне нравится. Нравятся вот эти дорожки, которые сделал супруг, нравятся растения, посаженные в саду. И каждый день нахожу что-то новое, какое-то новое цветение, новый оттенок, и все это очень радует. Яркое цветение ирисов привлекает внимание. Расцвели ирисы, и хоть не так много у меня оттенков, но это яркое пятно привлекает и меня, и насекомых. Видела и бабочек, и бронзовок. А вот и аукуба, высаженная в открытый грунт, уже приобрела хороший вид среди моих растений. А там, посмотрите, уголок с хостами. Как же он мне нравится. И участочек, обработанный щепой для мульчирования, и также шишками. Любите свой сад, любите цветник. Работы очень много, но результат, конечно, очень и очень радует. Всего доброго, видеоблогер Екатерина Снитко, и вот такой маленький сюжетик из моего сада Молдова-Крикова.